Дорогостоящие приборы учета за счет монополиста. Теплотранзит Караганда будет устанавливать счетчики теплоэнергии на свои деньги. Планируется, что до 2016 года общедомовые приборы учета появятся в каждом доме. Об этом сообщил генеральный директор компании услугодателя Андрей Липунов. До конца года в Караганде установят порядка 1000 счетчиков теплоэнергии. Горожанам за это удовольствие платить не придется. Приборизировать жилой фонд возьмется теплопередающая компания. На это монополист только в этом году потратит 200 миллионов тенге. В первую очередь приборами учета обзаведутся частный сектор и малоэтажки города. Выходили мы на агентство по регулированию естественных монополий в целях эффективного использования средств, в целях тех средств, которые изложены в тарифную смету. Значит, мы вышли в агентство, и был получен, значит, ответ о том, что в рамках той ремонтной сметы, которая утверждена в тарифной смете, можно выделить достаточное количество средств на установку приборов учета. Обеспечить приборами учета дома всех потребителей услугодатель планирует до 2016 года. Таким образом, монополист пытается сократить сверхпотребление тепла и воды, а вместе с тем и многомиллионные потери компании. Андрей Липунов также отметил, что приборизация за счет компании никак не отразится на тарифах на тепло. Из-за этого тариф повышаться не будет. Это затраты предприятия. Мы ежегодно защищаем тарифную смету. Если есть необходимость выхода на дополнительный тариф, мы ежегодно должны, по идее, выходить с заявкой. Но в этом году мы не выходим. Мы в прошлом году получили достаточный тариф для компании. Обслуживание и снятие показаний также ляжет на плечи монополиста. К слову, теплопередающая компания создала комплекс мер для обеспечения сохранности дорогостоящих приборов. Пока в планах, естественно, в планах. Вот. Комплекс мер каких? Это по установке специального антивандального шкафа, который будет закрываться, который будет сигнализацией и с выводом, в случае его открытия, с выводом сигнала на пульт охраны. Будет группа быстрого реагирования сразу выезжать, значит, и смотреть. Еще раз хочу сказать, приборы будут застрахованы. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.